История о том, с какими трудностями приходится сталкиваться с заводчиком сфинксов, рассказала женщина в социальной сети. Она на тот момент только начинала свою деятельность, поэтому все для нее было в новинку. Среди самых запоминающихся моментов своей работы она отметила первые роды кошки и тот день, когда узнала, что у одного из детенышей есть генетическое отклонение – а все произошло так. Милые новорожденные котята постоянно находились под контролем хозяйки. И она не могла не заметить, что один из малышей с каждым часом становился все слабее и беспомощнее. В то время как остальные с жадностью поглощали молоко мамы, он находился рядом, но не ел. Женщина стала бить тревогу, ведь она понимала, что без питания котенок долго не протянет. Было очень жалко малыша. Пришлось в срочном порядке вызывать на дом ветеринара для того, чтобы он осмотрел котенка и выявил причину, по которой он отказывается от молока. Опытный ветврач быстро определил, что всему виной генетическая аномалия. У котенка наблюдалось укорочение нижней челюсти или аномалия прикуса. Акт приема пищи для малыша был крайне затруднителен. Он не мог самостоятельно сосать молоко и если бы женщина вовремя не обратилась за помощью то котенок мог бы погибнуть теперь малыша нужно было кормить с помощью различных дополнительных приспособлений доктор вселил надежду что при переходе на твердый корм котенок вероятнее всего сможет приспособиться и проблема